6 ноября 2019 год, Харьков, луна встает. На совершенно каких-то ванильных небесах. Потрясающей красоты неба, совершенно неестественные краски какие-то, то есть они-то, конечно, естественные. И плюс 16, тоже для 6 ноября, несколько неестественная ситуация. Натурально хожу в шлепках и в шортах на работу. То есть сейчас уже иду с работы, но все равно в шлепках и в шортах. И это не из-за зарплаты. Зарплаты хватает на больше. Жарить просто. Есть версия, потому что она на фоне домов, человеческим глазом на фоне растений, там деревьев, привычного пейзажа, масштабы которого мы знаем, кажется грандиозной, а на фоне неба черного ночного в зените сравнить не с чем масштаб сопоставить. В принципе, есть какой-то резон, потому как я недавно видел большую медведицу, встающую над горизонтом, и она мне натурально показалась огромной. Когда выползла она из своей берлоги повыше на небосводе, совершенно уже не такое величественное впечатление производила, как рядом с горизонтом на фоне жилых домов. Ладно, с рук снимать при таком увеличении уже точно извращение. 6 ноября 2019 год, Харьков. 16:23 по Киеву и 16 по Цельсию. Совпало.